Куда пойти учиться – это выбор вашего будущего. Но как определить, верно ли вы поступили, выбрав то или иное учебное заведение? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо провести глубокое исследование рынка образования. Ведь сегодня в нашей стране представлено большое количество учебных заведений. И если исходить из самых общих принципов, то достойным можно считать то, в котором качеству образования уделяется наибольшее внимание. Именно ставка на качество – таков девиз государственного бюджетного образовательного учреждения начального профессионального образования профессионального лицея номер 10. Профессиональный лицей 10 имеет свои особенности. Вот три таких фактора, которые могут подтолкнуть родителей к тому, чтобы дети их шли учиться именно к нам, на Озерную, 12. Первый фактор – наше очень хорошее тесное сотрудничество с консолидированным работодателем. Лицей тесно сотрудничает с Тверским объединением строителей, Тверской ассоциацией предприятий технического обслуживания и ремонта автомобилей и другими. Все это дает возможность не только проходить практику по профессии, но и в дальнейшем успешно трудоустраиваться. Вторым фактором является реализация педагогики сотрудничества, то есть взаимодействие педагогов, родителей и обучающихся. Это помощь родителям в воспитании подростков. В лицее активно развита и внеучебная деятельность. Ребята с удовольствием принимают участие в различных творческих, спортивных мероприятиях, театральных постановках. У нас можно получить дополнительное образование и профподготовку на базе регионального ресурсного центра по подготовке рабочих для жилищного и дорожного строительства, информационных технологий, автосервиса и услуг. То есть ребята, выходя из стен нашего учебного заведения, имеют несколько рабочих профессий. В лицее можно освоить такие профессии, как мастер сухого строительства, автомеханик, парикмахер, машинист крана, машинист дорожных и строительных машин, мастер по обработке цифровой информации, слесарь по ремонту строительных машин, сварщик, мастер общестроительных работ. Имеются платные курсы профессиональной подготовки. Прием документов начинается с 15 июня. По всем интересующим вопросам обращайтесь по адресу: улица Озерная, 12, телефон 58 86 53, или заходите на сайт учебного заведения.